На велосипеде 30 км по своей малой родиме семейный велопробег организовали ратовальники Минской области. Супрацовники МНС и их семьи отправились в веловандровку у пятый раз. Все лето маршрут прошел по Столбцовским районе, а сам марафон присвятили году малой родимы и 165-летию пожарной службы. В велопробегу приняли удел больше за 300 человек. Большинство велосипедистов переодолели дистанцию у 30 км.